спасибо за Red Super Chat. Спригатито я побывал в Red Tokyo Tower. Хотя это не Спригатито. Ха. Я побывал там 3 дня и 2 ночи. Мне было так весело. Твоя картонная фигурка была очень милая, а грудь просто потрясающая. Эти буфера и твои ослепительно выглядящие бедра были прекрасны. Я оказал необходимую поддержку твоим тяжело выглядящим буферам. Мне также понравилось играть в покер, и встреча с другими фанатами запомнится мне на всю жизнь. Спасибо! Спасибо за веселый стрим. Я люблю тебя, Сакамата. Это была Де Каспия, спасибо. Так значит, что это был Тая Де Каспия, да? Я видела, как кто-то твитнул, что они помогли мне держать мои буфера. Это был Тая, да? Меня это очень рассмешило. Он запостил фотографию, где он подставил обе руки под грудь моей картонной фигуры в натуральную величину. И он пытался их поднять. Я подумала, ого, у этого парня совсем нет стыда. Я помню этот твит. Спасибо тебе большое. Ну, 3 дня и 2 ночи, да? Я рада, что тебе там понравилось. Спасибо. Ох, я тоже хочу в Red Tokyo Tower. Думаю, я смогу пробраться туда. Я так хочу. Но я так боюсь, что об этом узнают, поэтому не могу. Но я так хочу туда. Я тоже хочу пойти и поиграть. Но я так боюсь, что меня узнают. Как вам повезло, что вы можете пойти туда. И знаете, я тоже хочу пойти туда в косплее. Си-с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 и
Лично я думаю, что с размера F. А вы что думаете? E или F? E? F? G? G — это слишком много. Вы думаете, что размер F небольшой? Черт возьми. В L? G? Что? Вы серьезно? C. Я не думаю, что C попадает под категорию «большие». В Японии средний размер груди — это B или C, правильно? Но для меня размер И никогда не казался таким значительным, это так? Размер С достаточно. Ну вот, снова эта хрень! Вообще, щупали размер С? Молчи, когда ничего не знаешь. Размер С лучше идеально ложится в руку. Не говорите так, остановитесь. Я уверена, что те, кто печатает Э или А в чате, не имеют буквально никакого опыта. Легко сказать, если вы так злитесь. Узнайте, как это делается. Вообще-то, я довольно часто трогала грудь других девушек. И я бы сказала, что сиськи размером D начинают подходить на сиськи. От размера I вы начинаете чувствовать ту самую величину. И с размера F они ощущаются как «вау, огромные!» Чат, совершенно незнакомый мне мир. Это было мило! Это было чертовски мило! Совершенно незнакомый мне мир. Чат, ноэль-сэмпай огромные! Говорю вам, это какое-то волшебство! Гигантские! Чат, Канатан? На самом деле, никогда не рассматривала хорошенько. Интересно, есть ли они у нее? Никогда толком их не видела. Ладно, хватит об этом. Но мне все-таки интересно, какой у меня размер груди? Думаю, мне нужно спросить об этом Пиццу. Если вы посмотрите, то увидите, что я не ношу лифчик. Так что я не знаю. Спасибо вам большое.